Всем привет! Давно не было видосиков. Вот выбрался на зимнюю рыбалку. Первый раз в этом сезоне. Сегодня, 2 дня назад, открыли лед на Чудском. И вот сегодня суббота. Очень много народу. Все пришли пытать счастье. Попробовать поймать окуня. Сегодня я один. Это непривычно для открытия. Но все же с пацанами поеду на следующей неделе. Поэтому сегодня приехал не туда, не в Аскнарву, где обычно ловим, а в Таммиспя. Это там на 60-м километре Ихвитарту. Отошел от берега где-то 700 метров. Ну и попробую пробурить первую лунку. Первая, она самая интересная. Ну и сделать несколько первых забросов. Так, по-моему, была поклевка. Да, есть. Есть. Точно ёрш. Первый в этом сезоне. Все равно приятно. Неприятно, что ёрш. Ну ладно, еще чуть попробую. Если будут ёрши, пойду дальше. Но обрыгался. Классно. Высунул 2 ерша. Уже хотел уходить с этого места. И тут пришел полосатик. Небольшой, но значит они там плавают. Это так приятно. Первый окунь в этом сезоне. Я просто счастлив. Ну что, окушка одного вытащил, больше за ним не было. Посидел 10 минут, вот думаю, может, надо идти дальше, наверное, потому что, ну что привязываться к лунке, тем более, что окунек не крупный. Обрадовало, что они сегодня вообще плавают. Пойду дальше. Что, вообще живые еще? Ушел. Ну. Вот что значит новые технологии. Знакомый пишет сейчас ВКонтакте. Ну как знакомый? Только по контакту его и знаю, можно сказать. Еще в жизни ни разу не видел. Скидывает фотку окуня, я ему тоже. Говорит, рядом где-то. Здесь же в Таммиспя. Я спрашиваю, на что? Говорит, на балансир. Вот. Расчехляю свой спиннинг. Хватит с мотылем играться. Буду пробовать балансирчики купать. Посмотрим, что получится. Хожу, купаю балансира. Пока толку нет. Бурю лунку. Делаю 20 кунаний. Поклевки нет, двигаюсь дальше. Прохожу 100 шагов, бурю лунку. И все повторяю. Купаю вот такой мибару, который в прошлом году так хорошо работал. Но пока безрезультатно. Поставлю вот такую блесенку, попробую. С цепочкой. Ладно, еще время есть. Еще будут сегодня. Устал я ходить. Пробурил, наверное, еще 5 лунок. Ни одной поклевочки. Надо отдохнуть, чайку попить. Но чтобы просто так не отдыхать, надо искупать еще раз мормышку. Пока пил чай,
поймал и кушка мелкого, и два ерша на мотыля. Ну, хоть что-то. Пока, конечно, печально. Полдня уже позади. У меня за весь день два окуня. Ну, ничего, найдем сейчас. Так, ерши домой. Пробурил новую лунку. И сразу ерш влетел. Это не очень прикольно. Опа. О, еще все. Кто-то покрупнее или это такие ерши пошли? Нет, окушок. Ай, нет, лодка. Ну, неплохого такого размера, кстати. Ну, как бы, по сравнению с теми окунями, она такая приятненькая. Да. Не, ну, лотву ловить тоже интересно. Поэтому, если будет, будем ловить. Обновить мотылька, наверное, надо. Глубина тут уже хорошая. Не знаю, сколько я от берега. Но, наверное, двушку есть. Навигацию забыл свою. С ней так удобно. Телефон сел, блин. Вот в этом айфоне, в этом айфон, конечно, минус. У него корпус металлический. Он очень быстро охлаждается. И даже если аккумулятор там показывает 60%, он просто замерзает и отключается. Это печально. С другой стороны, можно и без телефона на рыбалку прожить. Опа, есть. Ой, опять, наверное, плотка. Толстенькая. Ой, нет. Просто, о, какой красавчик. Вот он первый. Вот знал их, приятненькие. Ну, красотища. Так, продолжаем. Три поклевки и вот такой разнообразный набор с одной лунки. Малец, покрупнее плотва и такой, грамм 150 окушок, может и 200, но прикольный. Фу, тащил, думал, леска лопнет. Ну, смотрите, какая плотка влетела шикарная. Вот такая вот здоровая, блин, толстая. Такую-то плотву ловить удовольствие. Сегодняшняя рыбалка начинает нравиться. Ну, красотища, а. Блин, такой хомяк. А может, язик? А может, язик? Спина толстая. Блин, плоховато разбираюсь в небольших. В больших язях нормально. Плотва побелее как-то, это, ну не знаю, возможно и под язык, хотя, не знаю, но в любом случае красавчик, грамм эдак 300. На легенькую такую вот игру, кто-то полегче, совсем легкий, может ерш, да. Давно их не было. Так. Так, ну что, поклевывает. Вот такая банда уже здесь у лунки. Еще окушок влетел. А так плотка. Плотка поклевывает исправно. А, уже маленько душу отвел. Есть. Есть. Плотка. Небольшая, но приятная. Еще одна. Есть. Ну такая плотва приятненькая. Ох. Тряпку забыл.
А с плотвой, конечно, тряпка-то нужна. Сижу тут, сам с собой разговариваю. Такая поклевочка была. Ёршик или мелкий окунь? Ёршик. Плотва-то не так. Одного все-таки забрал. Да, может, я ленюсь. Сижу на одной лунке, ловлю плотву. Ну так пойдешь на поиски. Шансы, конечно, на окуня есть. Но как бы в первый день хочется, ну, синицу в руке, а не дятла в жопе. Ну вот, рыбки добавилось. А, ёршик. Молодец. Так, ну что по итогу? Рыболовный день подходит к концу. Время 16:00. Еще километр, наверное, до машины идти. Буду потихоньку выдвигаться. Поймал еще штучки три плотвы. Ну и ерши как бы одолевают. Как-то так прошло открытие. Мне понравилось. Я душу отвел. Первая зимняя рыбалка в этом году. И, ну, не пустая. Так что вот, через неделю пойдем в компании. Будем искать окуня, там будет повеселее. Ладно, всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Подходил тут к машине. Вот так люди ловят. Я там плотвы наловил. А тут вот такие окуни. Сколько? Кило 200, да? Кило 300. Кило 300. Офигеть. Вот красавчик. Вы поймали, да? Да. Поздравляю. Круто. Так надо рыбку ловить.